Провести время в нестандартной обстановке в окружении своих коллег, получить психологическую разгрузку, моря позитива и положительных эмоций решили медработники детской областной больницы нашего города. Интеллектуально-юмористический квиз с символическим названием «Улыбнись» помог осуществить задуманное. Интеллектуальные игры, в общем, мы проводим давно, и, наверное, в Брестской области мы самый первый территориальный комитет БРСМ, который, да, в принципе, наверное, одни из первых по стране, кто начали реализовывать вот для своих активистов подобного рода мероприятия. Почему «Улыбнись»? Да потому что планировался он аж на 1 апреля, но, к сожалению, разные у нас обстоятельства в Брестской детской областной больнице сложили свои обстоятельства, и, к сожалению, мы его перенесли аж на конец мая. Но тематика осталась той же. Ну и вообще в народе же говорят, весь апрель и май никому не доверяют, поэтому можно как бы и в конце мая провести апрельский квиз. Если понимать, что такое корпоративная культура и объединение коллектива, то это тоже один из вариантов его объединения. Поэтому мы обратились к тем, кто уже этим занимался, с просьбой помочь нам провести на нашей базе. Ну, в принципе, скажу, что заставлять никого не пришлось. Все активно откликнулись. Понимание в коллективе непростой специфики работы, того, что твой пациент-ребенок, обязывает не только профессионально и внимательно выполнять свое дело, но и дарить поддержку и хорошее настроение. Для самих же сотрудников детской больницы источником положительных эмоций и заряда энергии стали разнообразные веселые конкурсы квиза, главной составляющей которых были не глубокие интеллектуальные знания, а нестандартный взгляд на вещи и чувство юмора участников команд. Игра получилась яркой, увлекательной и позитивной. Как утверждают психологи, позитив в принципе продлевает жизнь. Уже психологи над этим поработали. Люди, которые замыкаются на негативе, они себя этим несколько программируют или зомбируют. Поэтому мы и администрация, и вообще коллектив настроены на то, чтобы только позитив. И в работе, и в досуге. Наталья Луговкина, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.